5-6 февраля в Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан пройдет второй международный форум «Узбекистан-2035», организуемый международной негосударственной некоммерческой организацией «Буюк Келяджак». В настоящий момент идет активная подготовка к этому значимому мероприятию. И в эти минуты на месте предстоящего события работает наша съемочная группа. И я передаю слово моей коллеге Тамиле Икрамовой. Тамила, расскажите, что происходит на данный момент? Да, спасибо, Гузаль. В настоящий момент мы находимся в Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан. И завтра прямо в этом зале состоится общая пленарная сессия форума, на которой будут презентованы основные направления проекта концепции стратегии долгосрочного развития Узбекистана до 2035 года. Затем участники форума разделятся на 8 рабочих групп для детального обсуждения основных положений стратегии. Сейчас рядом со мной эксперт международного ННО «Буюк Келяджак» Саиднумон Мансуров. Саиднумон, расскажите, пожалуйста, о программе завтрашнего мероприятия. Наше мероприятие является вторым этапом данного форума «Представление стратегии». На научном языке это было бы сказано в момент апробации. Мы представим более 120 государственным органам и организациям, представителям министерств, высших заведений, университетов, саму стратегию. Предполагается изучение и обсуждение по восьми направлениям. Будет показана и представлена работа свыше 200 экспертов. Завтра к нам присоединяется в бочной форме свыше 100 экспертов, которые прилетели со всех стран мира для того, чтобы именно показать результат своей работы совместно с иностранными партнерами. Благодарю вас, Саиднумон Аке. А мы хотим напомнить, что форум будет проходить 2 дня. Во второй день запланирована заключительная встреча всех участников, на которой будут подведены итоги форума. После этого материалы проекта концепции стратегии будут доработаны и дополнены с учетом поступивших предложений. Будут организованы общественные слушания среди широких слоев населения, экспертно-аналитических кругов, представителей государственных и общественных организаций. И еще хотим отметить, что завтра целый день, каждый час мы будем выходить в прямой эфир и освещать данное мероприятие. Студия. Спасибо, Тамила, за эту информацию.